Сегодня сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Приморья отмечают профессиональный праздник. Впервые в качестве самостоятельного структурного подразделения Бюро по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД СССР было создано 31 год назад, 6 декабря 1991 года приказом МВД СССР. В подразделениях наркоконтроля несут службу высококвалифицированные сотрудники, чьи профессиональные знания и опыт позволяют спасать судьбы людей от губительного влияния наркотических средств и запрещенных веществ. Они оказывают противодействие организованной наркопреступности, ликвидируют наркопритоны и точки сбыта наркотических средств. В составе управления по контролю за оборотом наркотиков есть и боевое подразделение – отряд специального назначения «Гром». Его основными задачами являются обеспечение силовой поддержки оперативно-розыскных мероприятий, физическая защита сотрудников оперативных подразделений при проведении оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с праздником. Более 30 лет подразделения наркоконтроля стоят на страже общественного здоровья и нравственности. От вас зависит социальная стабильность и безопасность в нашем обществе. Благодарю за ваш нелегкий труд. Желаю вам, чтобы ваша сила воли и твердая уверенность в правоте своего дела служили маяком на вашем профессиональном пути, чтобы в трудную минуту рядом было надежное плечо. Пусть вас согревает тепло домашнего очага, а в семьях царит гармония. Желаю вам неиссякаемой энергии, успехов, здоровья и благополучия.